Ну, собственно, вот следующий момент. И пошел. Куда это удрал? Заманивает куда-то. Зачем я сюда иду? Все. Мне теперь надо в другую локацию. Сюда, походу. We finally found our little thief. It's probably the same culprit who's been hitting the lab storerooms. She ended up dropping a purloined биомастер. Вот биомастер дали. Еще один. Ну, как еще один, в смысле? А, стоп, а я бабе-то не отдал эту фигню. Блин. Окей. I'm sorry, but I just can't wait any longer. I hope you're okay, that you're still out there. That you found a safe place. I'm going to take the maglev to the old biolabs now. Try to get there if you can. I'll be waiting. Сейчас, ребята, подождите секундочку. Я, по-моему, этим персонажем Ирен не отдал нифига посох. Вот я боюсь, ну, шест, я боюсь, только вот ее сейчас там уже не будет нифига после босса. Но я все-таки схожу. Потому что иначе квест просрется. Если он уже не просрался, конечно. Если ее там не будет, то все, считай, хана. Но я схожу. Посмотрю, может там стоит еще. Да, вот она. Да. Что ищешь? Знаете, шест. Вот этот. Alright then. Efficient. I owe you. It's nice. So care to. I'm Irina. Trained in. Got any? Yeah. Guess we didn't drop. At least not. So. I could. I never. It's time. Better get going. And just as I. Вот, так хорошо. Так уже получше. Вроде бы, ну тут можно еще полазить, конечно. Но... Это бессмысленно. Не то, что бессмысленно. Я для себя-то, конечно, полазил бы еще. Но на прохождение не буду, ладно. Пойду просто дальше. Только не убейте меня. Я сказал, не убейте, значит, не бейте вообще меня. Не трогайте. Не дотрагивайся. Не дотрагивайся. Вообще их надо бабочкой убивать. Конечно. Твою мать. Мне надо до станции дойти еще раз. Ну-ка давай, иди сюда, подеремся с тобой.
Эй. Тык-тык-тык-тык-тык. Не, бабочки веселые, конечно. Веселые. Что тут за хлам лежит? Эй, парень, давай с тобой драться тоже. Вот, теперь можно отправляться. В следующую локацию. Вроде бы. Эй, там все квесты взял. Ну, неважно, верну. Я сюда еще все равно вернусь 10 раз. Поехали. Resolve Biolabs. Окей. Здесь медпункт. Warning. This is a quarantine zone. Please remain in operations until all potential sources of data. Короче, у меня на 8 уровень ни черта нет. А, во. Туловища нет, башки нет. Это что? Это нога. Нога, башка, туловище. И еще надо 8 сплавов. Понятно. This communication device is locked down. All lines blocked. I'm freaking out here, Doc. Security is everywhere, but there's no change in the workers. It's still chaos. If anything, it's getting worse. For your own safety, I'm gonna try and make a break for one of the loading bays. Hopefully I can get out. Best of luck, Doc. Okay. Погнали. Наши городских. Вон лежит мусор. Смотри, хоп, нет мусора. Это потому что вот этот робот его сгреб. Он тут пылесосом работает на полставки. Вот он. Груд металлолома. Так, здесь что-то есть, вроде есть. Так, сначала не сюда. Сначала вот сюда. Сюда. Так. Перевернуться надо. И вот эта дверь теперь откроется.
автопомощь. Не знаю, по-моему, бесполезная дрянь. Офигел. А, он в коконе. Интересно. Блин, я даже не знаю. Пробежать, что ли? Хотя нет, тут секрет есть. Ну какой секрет, так? Где он, кстати? Вон. Да он не нужен. Блин. Иди нахрен, блин. Дверь пока не открыть. Нет, блин, твою мать. Не, ну я спешу, конечно. А поаккуратнее. Динамично уничтожая врагов. Дранчара. Тишина, слава богу. Господи. Шуму-то, шуму. Из ничего наделали. Это сканер. Меня туда не пустят. Только я вот не понял, зачем я взломал эту сеть. Ну ладно, пофиг. Пошел дальше. Ой. Криорабулатория. Ну куда ты, вот. За бокстами читаем. Ваншот? Круто.
там наверху все-таки есть что-то. Ну, вон там эти тараканы ходят. Там трактор еще один есть. Всякие нехорошие дядьки, как обычно. Надо им отрубать, наверное, что-нибудь. Вдвоем только не агритесь сразу, а то мне от вас бегать не, совсем не хочется. Чё, пошли с трактором воевать? Он сначала... Там дроны летают, которые, блин, даже два дрона. Блин, зараза. Там еще и яд. Так, с этим все. Назад. Бей. А, заморозил еще, к тому же. Скотина. Давай. Ходи. Не. Все здоровье, короче, на нем просру. Собака! На долю секунды позднее лечилку нажал. Ну, собака, блин. Блин, оттуда души забрать неимоверно сложно. Remain in operations while security lockdown is in effect. 34 000, ну не то чтобы много, конечно, но жалко все равно. Attention, please. Access restriction for... Блин, ну зачем я? О, пошел ты. Я их могу потерять, да. Надо к этому приготовиться морально. Что запчасти я просрал. Пока лифт едет, можно повоевать. Что-то он жирный какой, не дохнет. Я его сколько раз долбанул, а он не дохнет. Как так? И
самое поганое, то что еще прежде чем с ним воевать, надо еще всех этих завалить. Особенно вот этого. Потому что этот стрелок. Соленые уши. Блин. Блин, зараза. Но этого можно не трогать, хрен с ним. Потом. Вот почему его трактор не задевает? Это неправильно. Да ты. Блин, и Лок нифига его не лочит. Короче. Уходим, 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 уходим. Нафиг. Давай сначала души заберем. Вот они. Так. Теперь морально готовимся. Хе-е-е. Может, ну его вообще, а? Нудный он вообще. Вау. Как это я сделал? Нифига, я не знал, что так можно. Готов. Как я на него заскочил. На него заскакивать можно? Че вы молчали-то? Блять, это, конечно, бой птенцу вообще. Вымораживает слегонца. Или вытравляет, лучше сказать. Да как ты такой жирный-то? Ни с того, ни с сего. Бабочка, давай, давай. Я не понял. Козлятина. Так, все, пойду хилки установлю. Или не надо? Да надо. Или не надо? Нет, надо еще там почистить чуть-чуть. Сначала надо почистить чуть-чуть. Во-первых, тут еще один. Но, блин, дрон. Как ты стреляешь лазером со скоростью света и не можешь попасть, скажи мне? Или это не лазер у тебя?
Да? Ты будешь прыгать или нет? Долбоеба, кусок, блядь. Да сейчас не подойду, не кричи. Задохни, задохни. Засохни. Так, ладно. Дрогнул что-то, да? А, так. You know this stuff is toxic, right? Well, we can't just keep dumping it wherever on the facility. We've had another accident. Well, thank God he's only a cripple. Or is it cheaper for the company if they're killed outright? Listen, if the EHA ever heard of any of these incidents, we'd be closed down faster than one of those rockets goes up. I could do with a little help here, you know. Time is a precious commodity. All right. Now listen, I'm sure you're smart enough to realize this area is under lockdown. I need to get out. We have to break this lockdown, and by... Care to tell me who you are? My name is Dr. Chavez, and no, I'm not lost. I think that's enough small talk. Good plan. I'll put this as simply, enter the largest of the greenhouse. Look for the main console. I'm sure you can... Ask nicely. If I... Короче, смысл простой. Это доктор Мелисса Чавес. Она сидит вот за этими закрытыми дверями, ну там чуть подальше. И не может выйти, потому что ее заперли, или она сама себя заперла, или хер поймешь. Она просит ее освободить. Для этого мне надо спуститься, найти главную оранжерею и спуститься, отключить консоль. Оранжерея, вход в нее вот здесь, вот вон в дыре. Полчаса искал на первом прохождении. Все, обошел, нету нифига. Вот, вот. Все же думают, что вот так надо. Сюда подходишь, здесь заперто, хер. В эту оранжерею не попасть. Поэтому надо пойти хилки восстановить и валить дальше. Я вроде там хилки не юзал. Они там должны быть. Хотя у меня, блин, запчастей аж 70 тысяч. Если я их там просру. Нет, я пойду все-таки. Дай. Давай что-нибудь куда-нибудь прыгни уже, ну. Фиг с ним. Пошли. С запчастями тут, когда играешь, советы показывают на загрузочном экране. Так вот. Один из советов гласит, что с запчастями ходить в некотором смысле выгодно. И все. А что выгодно, не говорят. Я так думаю, что... Хилки восстанавливают. Если у тебя много запчастей. Ну, больше хилок. Они и так, конечно, восстанавливаются. Потому что я вот хожу, у меня раз, 5 хилок. Откуда берутся? Непонятно, да?
Back, neck, and skull have been opened. Там вот секрет есть. Cerebrum, cervical, and thoracic region of the spinal cord are open. Ну и ладно. This is the seventh victim discovered with a similar pathology, but the perpetrator's MO is evolving. The first victim's neural implants were removed with some precision, but in the more recent cases, now tissue damage around the spinal column and brain indicate that the perpetrator may have tried. Please notice, decontamination has been initiated. Cousin response squads have been deployed. Меня оборзели. Да. А, это скан, что ли? Да, прыгнул. Кое-как. Ну и почему ты мажешь? Он сейчас сюда прилетит. Ну или не прилетит. Нет, нет, но нету сюда, нет. Эксус, чинай. Хотя там жирненькие вроде сейчас. Ты ищ тут. Дрянь такая. А куда этот хрен делся? Хрен с морковкой. А, вон. Чё б тебя оторвать? Не оторвёшь у тебя ничего. У дурака. Так-то я там ничего не пропустил. Ну... Вроде бы нет. Вроде бы. Да тут особо ничего и не надо. Эй, нет, сам не падай. Ну ладно, этот дурак свалился, ты-то чё? Вот, пожалуйста, 105 уровень нужен, чтобы эту фигню открыть. А у меня только 90 какой-то. Ну бери. 97-й. Мне еще 8 уровней, чтобы открыть эту фигню. Блин, это плохо. Не то чтобы совсем плохо. Ай. А только не очень хорошо. А, сойдет. Тут журнал лежит на столе. Цис, про мышей. I'm getting worried about Ed. Ever since we started to implant team members with neural links, he's lost it. And yes, we checked and rechecked his implant. I'm worried he's having some kind of psychotic break. Так, becoming totally сюда не пустят. From reality. We've been in human testing for over a year. I mean,
We're the development team, and he's our software solutions lead. But he insists that his thoughts aren't his own, that someone's there with him. Creepy stuff. Nuts, right? Вот, и вот... А, нет, тут еще я не дошел. Здесь засада есть. Тут туман, ни черта не видать. Если не знаешь, где враги стоят, по башке получишь 100 пулов. Но я знаю. Эй, ты его залочишь, может, нет? На всякий случай. Хорошо. R загорелась, ну, цифра, то есть, я думал, это пари, крит, а это, короче, забрать, что там лежит, поэтому по башке получил. Не все, еще один ездит. I know the solution is here. It's under my nose, I can smell it. But where? I failed to notice the long-term effects of resolve. That's on me. If Gutenberg and Co. hadn't been pushing so hard to start the... Lockdown deactivated. Reinitiating systems. Attention. Access restrictions for this sector have been revoked. Please return to your designated workplaces. Так, вот. Открыли мы эти двери, прошли здесь, а этой Мелиссы здесь ни хрена нет, короче. Зато появились новые враги. Вот, и вот эта дверь открылась. Правильно? Так, сколько у меня хилок? 9, нормально. Собака. О, тут еще какой-то шест. А, нет. Подожди, тот же что ли? Я вроде брал уже биомастер, нет, нет, нет. Вот тебя. Вот, хилки восстановились.
Блин. Вот это подстава. Рукой такой, ты типа колется, жжется. Так. Все что ли? И больше ничего. Ну пойдем. Мелиссу Чавес освобождать от вражин всяких. А что туда иду, нет? Ну, вроде туда. Да, вон оно там сидит. Хватит ныть, открывай дверь. Something is wrong with the compound. You can keep the power core, by the way. Your drone looks like it needs it. Ну вот этот самый Мелисс Чавес и есть. It's just not good enough anymore to have me fired and blacklisted. Just look at this. This is a night. Sorry. Кто вообще? Who are you, real? Dr. Chavez. Once, my team and I were Project Resolve. I helped create it, but those days are gone. When the problems with Resolve became, my former colleague was more than eager to put forward his own proposal, and all the board cared about was that it was cheaper and faster. You know what's going on here, don't you? My work here is unofficial. I'm no longer part of Creo, but whatever happened, it wasn't our doing. I have my theories, but until I have more information, they'll re- I haven't heard anything from my associates in days. Look, I know, but I need another favor. Чуть еще надо. Depends on the- Okay. This chip holds important data. I need to trust you on that. I wouldn't survive 5 minutes out there, let alone make it to the executive forum. Give it to Bonham or Fa- They're both on the board. It's- Хорошо. Okay. Hurry. Короче, она дала на сотрудник проекта решения, дала мне вот этот чип, его отдать надо какому-то Чавесу или ой, Хавесу, короче, и хрен знает. Я не нашел ни того, ни другого, сколько не бегал. И у меня так этот чип в концовке остался после финального босса. Зато дали взламыватель дверей вот этих вот. Работает это так. Хоп. И, собственно, теперь можно вернуться в первую локацию. Что тут так активно звенит?
А, это наверху вон там. А, ну туда, в принципе, можно спрыгнуть как-то. Как туда спрыгнуть, правда? Да ну нафиг. Может быть, попозже это. В общем... А, стоп. Мне еще надо кое-что сделать. Что-то я зря убежал-то оттуда. Так быстро. Квест еще тут сделать сейчас. Сделаю сейчас. Чел, который просил лекарства. Дайте мне. Блин, найти, господи. Чел, который просил лекарства, сейчас его получит. Модиктол. Короче, это здесь. Модоксинол. Это имплант. И он... уменьшает здоровье. 5, минус 5 в секунду. Отличная вещь. Ну все, пока что тут больше делать нечего. Сейчас вернусь. Отдам модекси. Ну, собственно, все, эта локация закрыта. Можно, наверное, душ слить, потому что я приеду не домой. Там можно потерять запросто. Сейчас глянем, что можно улучшить. Ага. Перво-наперво это. Башку можно улучшить. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Это нельзя. Бабочку нельзя. А, бабочку можно. Подожди. Почему она у меня? Я вообще этой бабочкой-то пользуюсь или что? Сейчас что-нибудь не то лучше еще. Вроде этой. Ну да. Все, так, хорошо. На уровень, наверное, не осталось. А, не, осталось, смотрите. И даже сотый будет, да. Окей. Сколько там надо было? 60? Хорошо. This communication device is locked down. All lines blocked. Ну и ладно. Ну все, для серии, я думаю, достаточно приключений. В следующий раз.
дальше пойду. Пока.